информации про себя. А кто Гиви? Он имеет в виду, кем ты жил, когда вообще... Да, да, обычно да. работал. Я вообще, меня зовут Михаил. Зовут мой Гиви. В данный момент я командую отдельным батальоном Сомали, который подчиняется министру обороны, выполняет поставленные задачи перед нами. Ну, до войны я просто работал обыкновенным человеком, жил. А вы откуда, Гиви? Какой город? Город Иловайск. А какое семье положение? Тебе жена? Нет, чем? Я не женат. А сколько лет, Гиви? 34. Хорошо. А почему вы решил, что присоединяться в войну Одесской? Ну, я всегда поддерживал Российскую Федерацию, их политику. Всегда поддерживал все, что провоцирует украинская власть. Я всегда был против украинской власти, и не скрываю это. Для меня триколор российский, ДНРовский, роднее, чем жёлто-блакитные цвета. А вы поднимался статус звезда, Гиви? Как вы относитесь к это? Звезда сейчас. Да какая я звезда? Почему здесь я? Это, поверьте моим словам, это выполняют мои люди, не я. Мой батальон, мои друзья. То же самое вам сказать и Моторола. Мы вместе, Моторола воевал в Семеновке, я воевал в Славянске, в Ямполе. В Семеновке тоже был неоднократно. Ну какие мы звезды? Звезды наши люди, которые воюют на передовой. Мы просто их не командиры, вот и все. А я получил очень много сообщений с девушкой, которая хотела передать привет, я хочу Гиви познакомиться. Как вы относитесь к этому? Да нормально отношусь. Что в этом плохого, если человеку, если людям хочется пообщаться? Я всегда за это. А как девушки должны сделать, если они хотят с тобой общаться? Можем передать твой номер телефона? Да пожалуйста, передавайте мой номер телефона. Дай номер. Дай мой номер телефона. Может, уже... не надо. Да, да, Гиви, да, говори, говори. Сейчас, секундочку. Серёж, дай мой номер телефона. Ну, для меня это новость, могу тебе сказать честно, что я получил очень много сообщений. Вчера у тебя был яркий пример. Девушки молится для тебя, переживает про тебя, хотите с тобой замуж. Слушайте, запоминайте. Где я тут у тебя? 103. 524. 524. 23. Ага. 43. Давай повтори, только за подтверждение. 093. 524. 23. 43. Спасибо, Гиви. А дата чуть-чуть более информации. Как у тебя любимый фильм? Твой любимый. Любимый фильм? Да. Перевозчик. А music group? Музыкальная группа. Музыкальная группа B2. Хорошо. И спорт, футбол команда? Футбольная команда, любимая команда. В бывшей Украине, это Шахтер Донецк. Я за него болел 13 лет. Ну и скажу честно, до сих пор за него переживает этот клуб. И спортсмен. Да, я сам бывший футболист, боксер. А кто тебе? Кто вы нравится как спортсмен? Криштиану Роналду. А как актер? Актер Брюс Уиллис. Спасибо, Гиви.